Каждая из 32 работ Евгении Романовой представляет собой некие источники вдохновения. Так и называется персональная выставка молодой художницы. Современная графика и живопись сочетаются в авторской технике исполнения. При написании картин Евгения использует несколько материалов. С помощью туши, акварели, мелков, лаков и заливок художница создает фрагменты разных цветовых сочетаний и форм, которые образуют единую композицию. Зритель может увидеть в одной картине несколько сюжетов. А вот для автора каждая работа – это воспоминание о событиях за последние 5 лет. Для меня очень важно вот то восприятие, не вот, как некоторые художники, вот пейзаж или что-то. Я более чувствую этот мир более тонко, и для меня очень важно, чтобы в моих работах было ощущение вот этого вот двухмерности, что мир, он не такой плоский, он намного глубже. И есть философия во всех наших событиях, во всех наших сочетаниях, то есть, и поэтому в картинах вот преобладает вот такая многогранность. Работы Евгении Романовой отмечены на международных фестивалях, хранятся в Красноярском музейном центре, а также в частных коллекциях России, Украины и Канады. В Сочи выставка «Источники вдохновения» будет работать в течение месяца.